Рама, поздравляю. Как ощущаете себя? Нормально, все хорошо, слава богу. Как бой прошел? Нормально, как по плану, стойко. Что все скажете хорошо, о новой команде? Очень рад, что поддерживаться с ними. Я думаю, мы станем все сильнее. Идем к новым результатам. А вот ситуация, то, что вот Владимир Минеев пришел с поясом на пресс-конференцию, она никак вас не поводила на какие-то новые достижения, на, возможно, бой этот? Да, если честно, нет, но он же там как бы хочет решток создать. Ну, пришел, подержал, там, не знаю, чем пояс, конечно, там приносил. Я думаю, у меня еще двое боев с Fight Nights, я думаю, он в втором бою, думаю, восстановится, живет. Дай бог, увидимся, посмотрим, подеремся. Значит, ты вполне нормально относишься к этому бою? К своему? Класс, бой, Владимир. Нет, в любом случае, в конце концов, бой. Да, конечно, очень бы хотел проверить свои силы. Хороший ударник, подрались бы, порадовали зрителей. Я поднялся немножечко выше, и тогда он атаковал меня по корпусу.